Еще 3 казармы для десантников в 242-м учебном центре ВДВ были построены с нарушениями. В том числе строители не соблюдали нормы противопожарной безопасности. Здания, в которых сейчас живут военные, построены слишком близко друг к другу. Проблемы в новых корпусах обнаружил Государственный архитектурно-строительный надзор и подал жалобу на заказчика и подрядчика в арбитражный суд. Надзорное ведомство утверждает, что 3 объекта возвели без разрешения. Документы были подписаны в 2016 году, а сама стройка шла годом раньше. Решением суда Главное управление специального строительства по территории Центрального федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства оштрафовано на 60 тысяч рублей. Это уже второй такой суд. На первом и подрядчик, и заказчик за похожие нарушения были оштрафованы на 50 тысяч.